Про Кашу Патхья – мастер миниатюрных скульптур. Он живет в индийском городе Халдвани. Прокаш говорит, что сделал самый маленький в мире карандаш. Его длина 5 мм, толщина 0,5 мм. Он сделан из цельного куска дерева, нет никаких соединений. Он покрашен и в него вставлен графитовый стержень, так что это настоящий карандаш. Миниатюрное изделие не лежит у мастера просто так. Он пишет им в блокноте, а в помощь берет пинцет, которым удерживает карандашик. Достижение скульптора зарегистрировала индийская организация Assist World Records. Это не первый рекорд индийского умельца. Раньше он сделал самую маленькую в мире книгу ручной работы. Это достижение внесли в книгу рекордов Индии. Прокаш также создал самый маленький в мире молитвенник. Этот рекорд тоже был зарегистрирован. Индийский мастер не единственный, кто посвятил себя такому творчеству. Тайваньский виртуоз Джень Фон Шэнь создает миниатюрные скульптуры уже более 35 лет. В этом году он сделал композицию из трех крошечных собачек и разместил ее на кончике карандаша. А турецкий художник Хасан Кале уже 20 лет пишет микроскопические картины.